В эфире программа «Пока все в школе» и я ее ведущая Полина Гробовая. Стоп, а как же я? Ах да, сегодня у нас необычный выпуск, ведь посвящен он нашим уже не маленьким четвероклассникам. И проведет вместе со мной яркий и позитивный Кирпиченко Иван. И сегодня мы расскажем, как проходила наша учеба, посчитав это все в цифрах. Ведь с математикой у нас все хорошо. Вы готовы? Тогда поехали! За 4 года наши выпускники перевели 2604 урока. А это 1836 часов, проведенных за партой. И это не считая времени, затраченного на дополнительные занятия и выполнение домашнего задания. 3840 исписанных тетрадей. Ну, конечно же, не все из них были показаны родителям. А также было исписано и изгрызено 750 ручек и было потеряно 135 ногтей. Повязано 143 пионерских галстуков. Выросли на 3200 сантиметров. А если сложить все учебники, которые ребята изучили за 4 года, то их длина будет равна расстоянию до Луны и обратно. А в столовой мы побывали 1140 раз, где было съедено 6 тонн булочек и было выпито 90 бочек компота. Были выучены десятки правил, решены тысячи задач и сотни примеров. А еще они набрались ума, научились дружить и веселиться. И поставили новый мировой рекорд, преодолев путь от школы и обратно в 3004 километра. Ребята усердно трудились целых 4 года, а учили сегодняшних выпускников наши прекрасные учителя. Калиновская Ирина Борисовна, Шумак Татьяна Сергеевна, Приходько Елена Михайловна, Цалко Тамара Сергеевна и Полежаева Валентина Георгиевна. И мы хотим вам сказать огромное спасибо, ведь без вас мы бы не научились читать, писать, считать и просто дружить. Спасибо вам за все. Но мы не прощаемся с вами. Увидимся в